Ну, у нас первый снег. Кофе пошел. Темно еще. Оп. Ты лапы не обморозишь там? Так, дальше не идет. Нет. Пошел. Вот снег у нас ночью выпал. Не видно ничего, да? Вот какой у нас снег ночью выпал. Коша пошел прогуляться. Все, ушел. 5 утра, 6 почти. 5:30 сейчас. Ой, как хорошо, прохладненько. Мы вчера вечером гулять ходили. Чуть-чуть нападал. Но сейчас стало. Ой. Коша. Как тебе снежок? Ты же видел такой, да? Видел такой? Лапы-то замерзнут. Иди в дом. Иди, пошли домой. Пошли. Пойдем домой. Сейчас прыгни до мной. Давай. Иди, иди, иди. Оп, оп, оп. Все. Залетел. Поиграться захотел. И у нас приезжали гости. Дочка Сережина от первого брака. Гуляли мы в Трафарт-центре. Там она сейчас монетку кидает в фонтан. Там много монеток лежало. Год у нас такой насыщенный был. Со всеми родственниками повстречались, всех увидели. Со всеми пообщались в этом году. Приехала я на работу. Ой, у нас такой холод был. Ураган. Выходные. Ну, сейчас плюс 8 опять. Все хорошо. Зима. У нас на работе. Сейчас открытки все пишут. На Крисмас поздравления. Все оставляют открытки. Друг другу подписывают. И всему коллективу, в общем, подписываешь. Покупаешь пачку открыток и пишешь каждому поздравления с Рождеством. Здесь целая традиция подписывать открытки. Праздник не праздник, если нет открытки. Ты можешь не принести подарок, но открытку обязательно принеси. На свадьбу, на день рождения и так далее. И вот на когда в новенькие вселяются на улицу кто-то из соседей, новые, то им могут принести открытку соседи. Ну, это по желанию, конечно. Welcome, там, туда-сюда, такое. Все на открытках. Открытки – это прям неотъемлемый атрибут праздников в Англии. И мы подписываем всем соседям открыточки на Рождество, разносим прям вот в ящики, бросаем. И на работе обязательно, обязательно вот так вот все подписывают друг другу открытки. Это уж прям... Обязательно, короче, обязательно нужно это сделать. Такие вот у нас праздники. Было 2 недели назад, или неделю назад, выпал снег и лежал прям всю ночь. На утро, конечно, все растаяло, полили дожди, и был ветер, ураган. Вот трава еще зеленая. Трава тут все время зеленая. И сейчас уже плюс 8. Ой, все дни, дня 4, наверное, лил дождь. Прям вообще заливало все. Ой, сегодня вот хорошо. Отличненько. Правда, здесь может погода поменяться через 5 минут в Манчестере. Но пока хорошо, отлично. А тут у нас этот на новый забор тогда убрали весь хмель вот этот. Хмель, ой, не хмель, а... Ну, вот эти листочки, название не помню. Сейчас. И мы его, вот здесь все в старое заборе настояло, и было все заплетено вот так вот.
красиво было, но заборина сломалась, ее надо было менять. И вот Сережа оставил немножко. Вот они пошли. Весной, наверное, он уже тут заплетет эту штуку. Такую. Рододендрон. Почечки. Уже с осени готовые к весне. Только георгины будешь выкапывать и все? Да. Ай, брызги везде, брызги. Вот. Все уже нарядили, конечно, дома. А у меня настроения не было. Доставать что-то лень прям в этом году. Сережа елочку занес. Живую сюда. Сейчас вон ту голубую огоньки повесим. И вот купили две новые игрушки. Джин Льюис в магазине. Так интересно она сделана внутри. Как-то прям интересно вообще. Такие колокольчики рыженькие. Необычные. И вот этого Дед Морозика я купила. Там чуть этикетку не снимать, тут цена и подписать какой год и оставить. Так я здесь пусть с этикеткой живет, потом будем вспоминать через много лет, когда это мы ее купили, где купили и сколько она стоила. Так, Дед Мороз 8 фунтов, а это 6. Фонарики. Много красивых игрушек, каждый год они меняются. И будем потихонечку обновлять. Ну, старые как-то вот прям мне неинтересно даже доставать. Мне хочется всегда новые елочные игрушки поиметь. Правда, есть такие старинные, которые интересные всегда. Вот такие вот штамповки. Этот ничего вроде Дед Морозик. Он какой красивый. Я его выбрала, говорю, пусть он у нас будет в этом году. Вот. Такой. Тут мой фикус ставить, ничего ему не делает. Все холодно было. И он прям наоборот, такой ему хорошо здесь. Такой. Очень живой, очень такой, листья крепкие. А это пальма. Пальма тоже ничего стоит себе. Как это некрасивая стала. Блеклая, не знаю. Так, там у меня орхидеечка цветет дома. Здесь цветы поставила. Ну ничего, я говорю, ничего еще не доставала, хотя уже в прошлом году уже все достала. Вот она, поставили ей палочку, вот она в сторону торчала некрасиво. Вот и две других он начали отходить, отрастать вернее. Может быть, будут почечки. Не видно пока. Ой, сегодня достала морожу капусту сейчас. Такой вот. Конусная она. Она лучше всего мне на голубце нравится. Sweet Art Cabbage. И фарш. Голубцы буду делать. Увидела рецепт. Голубцы жареные. Ну, попробую. Необычно, конечно, но это для Сережи. Сама ем все так же измельченное все. Нет. Вот, я здесь цветы какие-то он купил недавно, ему прислали.
Они цветут прям зимой. Прям к какому месяцу-то? В ноябре, что ли? В общем, зимние-зимние цветы стоят на рисунке. Вот он их купил. Но сейчас не решился высадить. Говорит, потом высажу. Пусть дома стоят. Ну, пусть стоят. Ну и пусть стоят. Что-то бардак у меня какой-то. Посылки мне не довезли. Надо будет заказать ради деревья. Так, да у нас гости уехали, это я что-то сегодня не убираюсь. Завтра буду убираться. Уже. Так, это Антон купил уголь. Надо унести его куда-то недвижнее. Свой ящик, что ли, положить. Место. Закидают тут, как сарай. Все зелененькое стоит. Это надо уже выбросить. Ни о чем. Поросль какая-то в горшках. О, что ты их сушить поставил? Да, чтобы подсохли. Ветрили. Ветром сейчас обдует. Мы их подпишем. А зачем подписывать? Ну, хоть распределить как-то там белый, желтый, какие вперед тебе покрасивше, чтобы тебе было. Да мне все равно. Задний назад, который некрасивый, который тебе не нравится. Почему-то они мне не нравятся. Мне все нравятся. Мне наоборот нравится, когда все микс, а не по линеечке. Здесь, когда строят дома, то весь строительный мусор выносят в сад и закапывают его вовнутрь, в землю. А сверху садят газон и все. И оно не предназначено для того, чтобы эту землю копали. Вот, травку стригут и дело с концом. А внизу погребение целое. И вот что на прошлом доме. Мы там выкорчевывали эти камни, этот мусор чистили, и тут то же самое. И вот до сих пор вон какие булыжники. Копнешь где-нибудь, оно вылазит. Вот эти вот. Чего там только не было. И старые, такие прям старые-престарые эти какие-то гвозди, крючки, в общем, старинного такого этого фасона и покроя, и металла. Еще здесь только не было. Здесь стояло два дерева, выкорчевали мы, срезали их. Ну, как я вспомнила, ой, вообще жесть. Этой бани не было же у нас. И все это мы вот чистили в земле. Просто какой-то был трэш. Вот до сих пор вылазит что-нибудь. Камешки, так это вообще само собой. Сколько тут камешков я понасобирала. Мелких всяких. Так, ну что, вот я не стала я, по-моему, рецепту делать, возиться с этими голубцами. Сделала по-старому. Просто накрутила голубцы и вот положила их в духовку, поставила. Раньше делала в соусе, томила просто. Остатки от фарша сделала котлеты. Напичкала туда много кабачка, натерла. Очень люблю с кабачком делать котлеты, но фарш. Все специи, лук, два яйца и все. И сейчас я их тоже в духовку. Как у нас здесь недалеко дом нарядили красиво, много огоньков. И вот туда дальше тоже там много всего. Говорят, что не во всех странах так. Я думала, везде, где католическое Рождество 25-го, везде так рано начинается. Но говорят, не везде. Вон, и вон там тоже. Не все дома наряжены, конечно. Но
Есть очень красивые огонечки в окна, в окне. Что-то тут мало огней зажгли. В прошлый раз я шла, прям много было там всякого тоже. Что-то все поубрали, что ли? Там и Дед Мороз стоял. Странно. Да, как-то убрали. Много было здесь. И на стенке висело. Везде. Ну ладно. Назад иду. Вышла погулять. Сережу не вытащишь. Пока не очень поздно. После. Ужина. Протрястись. Ученицы ходят, конечно, у нас здесь холодина, мы все в перчатках, в шапках, а ученицы с голыми ногами, юбка короткая, тапочки на ногах. Вот так вот здесь в школах ходят. Попробую надень другое. Говорят, наказывают за это. Форма должна быть формой. Ну как они не застывают, я вообще удивляюсь. Девочки особенно, мальчики-то в штанах. А эти прям не то что колготки, а вообще голые ноги. Собираюсь на работу. Подписала целую пачку открыток. 22 человека у нас. 22 открытки я подписала. Для всех. Принесу на работу, положу на тот столик, и все будут забирать. Вот такие традиции здесь английские.